Здравствуйте, дорогие мои зрители! Я Любовь Афинхойсли, и сегодня в моем модном обзоре я обсуждаю интригующий вопрос. Как быть всегда в тренде и одеваться модно, но не менять гардероб каждый год, следуя новым тенденциям моды? Многим модницам просто не по карману менять гардероб каждый год, следуя новым веяниям моды. Конечно, мы можем каждый сезон привносить в свой гардероб немного изменений и приобретать несколько вещей. Но полностью менять свой гардероб, будем откровенны, что для большинства такое действие просто нереально. Так как же грамотно составить свой гардероб, чтобы быть всегда в тренде? У меня есть два предложения. Это иметь в гардеробе вещи эксклюзивные, как, например, вещи ручной работы, и второе – это классические вещи. Давайте рассмотрим подробнее. И первое предложение – это приобретите несколько вещей ручной работы. На моем канале я освещала уже много таких вещей, как валенные шарфы, сумки, куртки, пальто и жакеты, вязаные сумочки и сумочки из бусин, вязаная обувь. Все эти вещи просто вне времени. Они никогда не потеряют свою актуальность и придадут вашему образу индивидуальность и неповторимый шарм. Большинство из этих вещей существует только в единственном экземпляре и являются настоящим произведением искусства. Имея такие вещи в гардеробе, вы будете всегда модными и стильными и не бояться внезапных перемен в тенденциях моды. Если вы умеете вязать крючком или на спицах, как я, то для вас быть в тренде вообще не проблема. Вязаные кардиганы, свитера, пуловеры, кружевные блузки и платья – это то, что никогда не выйдет из моды. Из десятилетия в десятилетие эти вещи смотрятся всегда нарядными и просто необходимыми в гардеробе любой модницы. Конечно, если вы вяжете сами, то вам самим интересно осваивать новые узоры и модели. Но если вы не умеете вязать и покупаете вязаные вещи, то, выбрав такую вещь, главное обратите внимание, чтобы она была вам по размеру, и вы себя чувствовали в ней уютно и, желательно, неотразимо. Еще одно предложение быть всегда в тренде – это добавить в свой гардероб вещи в классическом стиле. Классическое пальто, кожаная куртка, классический брючный или юбочный костюм с классическим пиджаком – это неприходящая и безвременная мода. Меняются лишь некоторые элементы. Но не забудьте, что при выборе таких костюмов также важно сохранять индивидуальность. Не выбирайте скучные костюмы, поиграйте с цветом, складками, узором. Выбирайте интересные вещи, чтобы наслаждаться собственным образом и удивлять окружающих. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. На моем канале вы увидите много обзоров модных, интересных и удивительных вещей для вашего гардероба. Я желаю вам хорошего настроения и быть всегда неотразимой.